Но на самом деле Калагриф уже здесь. Вы знаете об этом? Он у нас в студии. Он пришел. Аплодисменты, встречайте, Никита! Как это вы красиво упаковали Калагрива так, что якобы никто ничего не понял. Здравствуйте. И снова самые скандальные и грязные новости про Никиту Калагривого. Мне кажется... У вас есть ощущение, что в Илью вселился Калагривый мне... сейчас в данный момент? Нет, подождите. На передачу к шоу «Воли» пришли молодые актеры из сериала «Слово пацана» и Илья Соболев. Я универсамовский! Один из соведущих очень сильно напугал этих актеров, сказав, что сейчас в студию войдет Никита Калагривый. Но на самом деле Калагривый уже здесь, вы знаете об этом? Он у нас в студии. Он пришел. Аплодисменты, встречайте, Никита Калагривый! К сожалению, это был пранк, и Никита на передачу не пришел, и после чего Илья Соболев сделал абсолютно беспонтовую, дешевую, так себе ни о чем пародию на Никиту Калагривого. Я скажу так! Значит так! Почему? По какой причине мы здесь не обсуждаем мои актерские успехи? Я уйду! Я уйду! Это самые скандальные и грязные новости про Никиту Калагривого. Или вы так испугались, это не он, не настоящий. Вы такие, о нет! Вы бы видели свои лица. Калагривый. На каком-то мероприятии у Александра Олешко витиевато спросила мадам-корреспондент, как вы думаете, про кого? Про Никиту Калагривого. Ваше точку зрения по поводу того, что молодые артисты очень сейчас начали возмущаться о нашей старой гвардии. Вот действительно актеры, которых мы любим, которых мы возмущаться ценим. Возмущаться чему? Что и на самом деле они ничего из себя такого не представляли. Ага, в этом смысле? Да, вот как вы к этому относитесь? Как это вы красиво упаковали Калагривого так, что якобы никто ничего не понял. Да. Как вот ваша точка зрения, правильно ли он делает, неправильно, он так хайпует. На что Олешко ответил. Вы знаете, я не хочу его осуждать, потому что в этом, так сказать, есть его какая-то смелость говорить то, что он думает. Его за это нужно уважать. А вот качество мыслей, я думаю, он сам проверит тогда, когда он проживет большой творческий путь. И если в том возрасте, уже достаточно серьезном, к нему будет такой же интерес, и он даст интервью, прокомментирует свои высказывания в этом возрасте, мы узнаем, был ли он прав или нет. Но он молодой человек, он сейчас популярный. Но интересно узнать, что у него там. На уме. Это самые грязные и поганые скандальные новости про Никиту Калагривого. Российский актер Владимир Вдовиченков заступился за своего коллегу Никиту Калагривого. Владимир Вдовиченков уже очень давно знаком с Никитой и считает его очень талантливым актером. Он такой, что если его несет, ничем не остановишь. Никита готов на все ради своей роли. Актер также назвал коллегу адекватным человеком, объяснив его скандальное поведение тем, цитата, «И делает это он правильно, чтобы никто не расслаблялся. Он адекватный человек и понимает все». А Дмитрий Дюжев сказал, если вы хотите стать звездой, сначала должны до нее докричаться. Ты должен пойти против движения, против течения и заявить о себе во что бы то ни стало. Так прокомментировал скандальные выходки Никиты Калагривого Дмитрий Дюжев. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Или не пишите в комментариях. С вами был Евгений Ширяев. Это канал Негодяй ТВ и рубрика «Самые скандальные моменты. Элементы». Спасибо.